Мемориальная доска, где написано фамилия, имя, а у детей указан возраст, живших и сгоревших татынцев. Школу основания стелы символизирует разрушенный домашний очаг. 26 домов было в Хатыни до трагедии. 26 колоколов сегодня звонят над Хатынью. Звонят они все одновременно. Звонят ровно через 26 секунд, как бы напоминая миру, рассказывая ему еще раз о разыгравшейся здесь в Хатыни трагедии. Я вам говорила, что из Хатынского пламени живыми вышло 6 человек. Трое побывали в горящем сарае, а как вот остались живы трое других? Ну, возможно, в то утро одним из первых приходит...